Мы вас поздравляем! В этот день, день социального работника, мы, медицина, тоже социальные работники. Да. Желаем вам все же здоровья. Самое главное. От сердца к сердцу. С таким девизом сегодня выступает управление здравоохранения города. С подарками в этот день медики приехали в 5-ю больницу, в отделение паллиативной помощи. Место это особенное. Наравне с медицинской здесь осуществляют и социальную помощь. Паллиативная помощь – это улучшение качества жизни людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию вследствие неизлечимого заболевания, которое не может быть радикально прооперировано, радикально излечено. И цель паллиативной помощи – помочь людям скрасить их тяжелую жизнь. Единственное отделение паллиативной помощи в городе открылось 1 января этого года. Весь персонал прошел специальное обучение для работы с такими пациентами, где важную роль играет психологический аспект. Помощь медицинского работника, она всегда особо окрашена. Она особо окрашена вот этими социальными красками. Поэтому люди, которые работают в этом отделении, они, конечно, должны быть очень пациентоориентированными, очень направленными на людей, понимающими все нужды, очень человечными, очень добрыми. Сегодня здесь проходят лечение 25 человек, для которых созданы все условия. Оборудованы кнопки экстренного вызова медицинского персонала. Работают системы подачи кислорода, погрузки и транспортировки лежачих больных. Каждому пациенту медицинский персонал находит индивидуальный подход. Персонал здесь мне нравится за тем, что у него сплоченности очень много. Это, я считаю, главное, что один за всех и все за одного. Друг другу помогает. Медицинская и психологическая поддержка, конечно, не могут справиться с неизлечимыми заболеваниями. Однако, как показывает опыт, они положительно влияют на их течение. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.